Здравствуйте, уважаемые друзья! И сегодня мы с вами сейчас прямо рассмотрим формулу распределения денег на площадке Визум, которая работает в сфере краудфандинга. Вот. И мы сейчас с вами на цифрах увидим, как распределяются деньги. Самое главное, что я хочу сказать, первое, это то, что вы имеете право совершенно бесплатно выставить свой проект и собирать на него деньги. Любой свой проект, свою мечту. Вот. Или же второй вариант, также выставить свой проект, но чтобы ускорить как бы, процесс реализации вашей мечты, вашей финансовой мечты, вашего стартапа, вашей благородной мечты, то есть всего то, что вот вы выставили, решили для себя показать другим людям. Вот, для того, чтобы ускорить, вы можете участвовать в системе, в формуле распределения денег, вот, в которой участвую я и другие партнеры. Вот, сейчас мы с вами, я как раз вам сейчас покажу эту формулу. Еще хочу от себя добавить, что лучшие, самые благородные проекты, которые действительно несут в себе возможность помочь другим людям, сама компания будет специально выставлять и на других различных ресурсах, для того, чтобы на ваш проект собрать как можно больше денег, потому что он благородный и он несет себе в первую очередь помощь другим людям. Поэтому ставьте благородные цели, а не только там собрать себе на дом или на квартиру, хотя это тоже очень хорошо. Итак, как стартовать? Значит, есть три варианта стартовать на этой площадке. Это $50, $100 и $200. Естественно, я рекомендую сразу стартовать с $200. Почему? Потому что эти деньги, которые вы вот здесь вносите, вы их сразу жертвуете на финансирование тех проектов, тех людей, которые до этого, ну, которые вас проинформировали про эту возможность. То есть так система построена. Понимаете? То есть, чтобы побыстрее профинансировать различные проекты. Вот. И для того, чтобы $200, почему я говорю $200? Потому что этим вы закрываете сразу первый шаг. Система формулы распределения состоит из шагов. Я чуть попозже про это все покажу. Вот. Но чтобы закрыть первый шаг, надо собрать $200, которые вы профинансируете чей-то проект. Понимаете? Вот. Поэтому если вы стартанете с 50, тоже хорошо, но вам надо будет потом добрать тогда еще остальные $150 другими людьми, то есть приглашая больше людей, информируя больше людей. Или $100, тогда надо будет еще $100 добрать, приглашая или информируя других людей. А пожертвовав $200 на благородные цели, вот, вы сразу же проплатили первый шаг, вот, и уже, можно так сказать, полностью участвуете в системе распределения, формуле распределения денег на этой площадке. Все, на этом все. Больше чем $200 ваших личных инвестиций, так скажем, или ваших личных пожертвований здесь не требуется. Один раз вы вносите, там, например, $200, или 50, или 100, или 200, не более того. Все. Дальше я сейчас вам покажу формулу распределения денег, чтобы она была понятна. Сразу вам хочу сказать, друзья, особенно для тех, кто участвовал до этого в сетевом маркетинге или в инвестициях, хочу вам сказать, друзья, формула распределения не похожа ни на один маркетинг-план сетевой компании, поэтому не надо тут ассоциировать там с бинарами или с классикой или еще с чем-то. Здесь этого нет вообще. Поэтому забудьте, что вы знали про маркетинг-планы, вот, если вы хотите понять формулу распределения эту. Вот. Также здесь нету матриц, также это нету инвестиций вот, и так дальше и тому подобное. Друзья, понимаете? Вот здесь мы с вами, чтобы профинансировать свой проект, помогаем в первую очередь людям профинансировать их проекты. И, естественно, благодаря этому все по законам Вселенной нам дается, и мы получаем возможность профинансировать наш проект, собрать деньги на наш проект. И поверьте, чем благороднее у вас мечта, чем благороднее у вас цель, тем быстрее у вас это получится. Итак, что дальше?
Дальше, естественно, наша задача проинформировать других людей об этой уникальной возможности, об этом совершенно новом направлении, я бы так сказал, развития бизнеса в мире. Потому что оно возник практически недавно, абсолютно легальный, слава богу, да, вот, и дает уникальные возможности для людей без стартового капитала начать свое дело и развиваться. И развиваться, потому что сейчас огромное количество людей, естественно, их тормозит, ну, то, что не хватает финансов. Итак, друзья, ваша задача проинформировать двух человек, которые также собрав $200 или сразу их инвестировал, пожертвовали вам. Так же, как и вы свои 200 отдали наверх. Так скажем, да? Друзья, сразу хочу понять, вот это вот самое главное, вот это вот троечка такая, вот такой треугольничек, это самое главное. Это как бы такая главная ячейка формулы распределения этих денег. Почему? Потому что как только вы получаете $400, у вас падает на счет, для того, чтобы получить право получать до 9-го, я бы даже сказал, там вроде до 9-го уровня деньги на свой проект, вам обязательно из этих 400 вы 320 перераспределяете наверх. Вот я даже, может, красным напишу тогда, вот, чтобы было это понятно. Вот, вы 320 вы перераспределяете наверх, вот, отдавая тем людям, которые также выставили свои проекты до вас и вас проинформировали про эту возможность. И у вас остается $80 из этих денег. Понятно. Но $320 пошли наверх, то есть пошли тем людям на финансирование ихних проектов. Вот это самое главное надо понять. Вот, то есть как начинается всегда для любого человека. Для этого и для этого будет та же формула работать. Им надо пригласить двух человек, это обязательно для того, чтобы участвовать и получить право получать финансирование до 9 уровня, друзья. Ну там вроде глубже, но так мы берем до 9 уровня, насколько я так посчитал маркетинг, насколько я посчитал эту формулу. То есть тоже то же самое работает, понимаете, то же самое работает, вот, то есть... Их тоже люди, также 400-400, и будет идет распределение. Понятно, да? Еще хочу сказать, еще очень важная вещь, чтобы это было понятно. Вот, как распределяет система, как расставляет система людей. Здесь нет никакого бинара, еще раз подчеркиваю, никакой классики вот, и так дальше. То есть, чтобы, если кто-то привык, какие-то вызывают ассоциации, забудьте, нету такого. Просто люди распределяются так, сверху вниз, слева направо. Но вы в своем кабинете имеете, имеете право любого человека поставить туда, куда вы хотите. Пока под ним не появились люди, вы имеете в виду, например, зарегистрировался, зашел к вам Иванов, да? Вот. А вы его хотите, а он у вас впал сюда в систему, допустим. А вы его хотите, говорите, а нет, я не хочу, я вот Иванова поставлю сюда. И ставите его сюда. Понимаете, то есть на своего... Если вы никого не трогаете, то система автоматически расставляет людей, просто заполняя свободные ячейки. Вот. А если вы, например, считаете кого-то нужным перенести, то пока под ним еще нету людей, то вы его, например, можете перенести отсюда, поставив сюда, или там отсюда поставив сюда, то есть на свободное место, на свободную ячейку. Вот. Я думаю, это понятно. Так, идем дальше с вами. Дальше система заполняется людьми. Причем это не обязательно люди ваших людей. Вот. Это может быть и, так скажем, переливы от вас. Вы тоже можете сюда, если вы быстрее, например, проинформировали кого-то, какого-то человека, он стал под вами или он стал где-то здесь. Или идет от ваших спонсоров также, которые стоят наверху, также могут быть переливы и также люди могут становиться здесь в системе. Вот, чтобы это было понятно. То есть здесь не обязательно заполняется только лично приглашенными людьми. Но самое главное здесь, основное, я вам хочу сказать, что здесь выгодно, почему выгодно приглашать, ну, информировать как можно больше людей лично, чтобы они становились. Почему? Потому что куда бы ваш личник ни стал, или сюда, или сюда, или сюда, или где-то тут, или где-то тут, или где-то тут, вы всегда будете за него получать 100% денег. То есть вот внес он, собрал $200 вот этих первых,
И вы за него всегда будете их получать. Всегда. Кроме вот этих первых двух, из которых, как мы помним, $400 вот здесь нам пришло. 400, да, на первом этапе. И мы 320 отдали. Мы 320 вот здесь отдали. Вот это вот, кроме первых двух, вот, потому что мы их жертвуем на финансирование проектов тех людей, которые пришли перед нами. А с остальных личников, здесь он появится, здесь, вы уже можете, уже получаете 100%, прямо вам падает на ваш кошелек, на финансирование вашего проекта. Вот, друзья. Теперь идем дальше. Появляются здесь люди, заполненные или вами, или вашими людьми, которые под вами, или сверху даже люди падают, потому что это идут переливы, и вы понимаете, друг друга как бы подталкивают, как будто подталкивают они, снизу подталкивают вышестоящих, понимаете, поэтому выгодно всем, тут как бы командная работа, вот почему мне эта площадка понравилась, потому что как бы командная работа, друг другу помогаем, друг другу выгодно, чтобы побольше под каждым появлялись люди, и мы этим стимулируем других людей тоже информировать, потому что мы под них ставим своих людей, мы вынуждены это сделать, хотели бы мы или бы не хотели, мы все равно вынуждены их ставить здесь. Дальше идет так, здесь, смотрите, эти люди, также собирая по 200, ну, проинвестировать. Здесь сюда идут эти деньги, да, вот так нарисуем даже. Вот, и вот эти вот люди по 320, тоже, потому что им надо же участвовать, вот, они их перераспределяют наверх. Это единственный случай, когда мы не получаем денег. Вот это единственный случай, когда мы не получаем денег, а они переходят наверх. Потому что они как бы, система перераспределяет через одного. А уже с этих, вот с этих людей, вот с этих, раз, два, три, четыре, по 320, видите, вот с этих всех, потому что они же тоже пригласили там по двух, то есть заполнились эти ячейки, тут пригласили по двух, или мы там, или спонсор, или эти люди в первую очередь, или эти, понимаете, то есть чем больше людей здесь сверху, тем быстрее заполняются эти нижние ряды. Понимаете, вот, а здесь уже вот эти, я даже, может, красным нарисую, да, а вот отсюда нам уже с этого уровня, нам уже идет 50%, потому что тут 320, тут 320, тут 320, тут 320, понимаете, друзья, и вот смотрите, вот эти 320, 640, 640, это будет 1280, из них 50%, и мы получили тут 640 на наш кошелек. 640. А 640 пошло еще туда наверх, там по 25%. Вот, и здесь мы уже с вами уже имеем 640. И вот здесь еще один ключевой момент этого маркетинга. Потому что дальше уже идет как бы накопление уже и финансирование практически вашего проекта. Практически вашего проекта. Полностью. Полностью практически вашего проекта. Но здесь еще такой один момент. Вот в этот момент, когда мы поступили $640 вот с этого уровня, у вас есть выбор. Это как в жизни. Всегда у человека есть выбор. Сделать хорошее или плохое. Сделать правильный поступок, неправильный. Выбрать правильное направление или ошибиться. Иногда бывает и так. Вот. Так вот, друзья, вот в этот момент... Здесь перед вами выбор. У вас упало на кошелек $640. Вы можете с два варианта сделать. Взять эти $640, вывести себе на свой кошелек и не париться. И заниматься тем, что там приглашать еще личников и с них еще по $200 себе там собирать деньги. Но это путь для тех людей, у которых мелкие мечты, у которых маленькие мечты. Им для их реализации их мечты хватает всего лишь $640, и там потом еще где-то собрать по $200 пару раз. Понимаете, друзья? Это я скажу, это люди без мечты. Те, кто хочет реально воплотить свои мечты, реально мечты, не какую-то там хотелку купить себе iPhone 6s на день рождения, нет, друзья, не хотелку, а именно мечту воплотить, то здесь по маркетинг-плану у вас есть два выбора, еще раз. Оставить эти деньги себе
Есть второй вариант. Сделать над собой усилия и перераспределить их наверх. Мне скажут, ну, Константин, а я 640 получил и 640 отдал. Правильно, друзья. А я вам скажу, почему. Этим вы финансируете мечты других людей, помогаете им профинансировать. И после этого у вас открываются огромные возможности по формуле выплат, по формуле распределения денег на площадке Визо. Какие, я сейчас вам покажу. А вот здесь, друзья, начинается самое интересное. Потому что после этого мы переходим на следующий уровень, и к нам начинают поступать деньги со всех уровней, там до вроде до 9 глубины, причем поступают они по-разному. А с какого-то, там со 2 по 5 уровень по 25%, по 25% со всех денег с этого уровня, а с 5 по 7 по 50%. То есть получается так, друзья, что мы с любого уровня, где бы какие деньги ни собирались, часть денег попадает нам на финансирование нашего проекта, и мы с вами получаем или 50%, или 25%. Понимаете? То есть или половину этих денег, которые собрались здесь на этом уровне, или 25%. Потому что там идет распределение через одного человека, вот так 50, потом там выше 25 и еще выше один человек 25%. Понимаете? То есть на три уровня как бы через одного. Поэтому чем больше здесь собирается денег вот, на финансирование, то есть люди делятся по $320, да, потом там по 640, вот, тем больше мы с вами получаем на финансирование уже нашего проекта. Потому что до этого мы смогли и профинансировали проекты других людей. Вот. Я не буду тут показывать всю эту четкую, точную формулу, как это все делается, потому что это очень сложно показать здесь, даже сложно показать это на графиках, просто я вам хочу показать суть, как эти деньги перераспределяются, и вы уже финансируете свои проекты. Вот. Я сейчас просто вам покажу по цифрам, как это будет выглядеть. Итак, что еще очень важно вот здесь понять, вот я сейчас покажу все в цифрах, чтобы это можно было понять. То есть, друзья, чтобы мы понимали, что с каждого уровня, который уже под нами, на финансирование нашего проекта деньги идут не один раз, а практически три раза. Потому что чем выше растем мы, тем также растут люди под нами. И чем выше они поднимаются в каком-то ранге, тем больше перераспределяется денег нам на наш проект. Чтобы было понятно, да? То есть, например, мы там на втором уровне, мы поделились 320, отдали, мы поднялись на второй уровень. Потом, если мы поделились 640, мы отдали, мы поднялись еще на очередной уровень. Также и наши люди растут, которые хотят как бы реализовать свои реальные большие мечты. Вот. И поэтому нам постоянно идет с какого-то 25%, потом там 50%, вот, потом там 25%, потом с этого уровня снова 25%, потому что эти люди выросли на новый уровень и так дальше. Вот. Я еще раз хочу подчеркнуть, что сейчас это я здесь не покажу на этой схеме, потому что ну, есть для этого отдельные таблички, кому надо будет, пожалуйста, сможете попросить этого человека, который вам дал эту информацию, но я в принципе саму схему, суть показываю. Поэтому смотрите, как на наш кошелек падают деньги. Вот. После того, как мы пожертвовали 640, нам сразу падает снова $640. И это, в принципе, уже наши деньги, мы можем ими распоряжаться, как хотим. Потом поступает 1280, вот. Потом 2560. Вот. И вот из этих любых моментов мы можем дальше, чтобы расти еще больше, мы жертвуем 1280. Но у нас уже на кошельке приличная сумма собралась. Да? Вот. Потом снова поступает 2560. Я сейчас показываю эти цифры, потому что они уже подсчитаны. Вот. Потом 5120. И в какой-то из этих моментов мы можем дальше для того, чтобы получать все больше и больше с глубины, вот, мы жертвуем 2560 на финансирование проектов тех людей, которые нас проинформировали. Потом на нашу сумму скапливается уже 5120, потом 10240, потом 10000, еще раз 240. Здесь мы только жертвуем 5120, то есть вы видите, какая разница. Нам все больше и больше денег поступает,
и все меньшую сумму из этих денег мы жертвуем, большую все-таки, а большую уже все с каждым разом оставляем нам финансирование своего проекта. Здесь уже поступает нам 2480, и здесь вот последний момент, когда мы 10240 передаем на финансирование чужих проектов. Все. То есть на этом все, на этом заканчивается, подводится черта, и дальше уже в дальнейшем все деньги, которые будут поступать 100% на финансирование именно нашего проекта. Именно нашего проекта, нашей мечты. И чем выше шаги ваших партнеров, то есть чем быстрее растут они под вами, тем дороже становятся эти шаги, и тем больше получаете вы денег. Потому что они начинают больше делиться, да, вот эти 320, 640, перераспределяя их наверх, потом уже перераспределяя вот эти деньги, потому что им выгодно, чем больше они, чем быстрее дадут они эти деньги наверх, тем быстрее они получат вот эту сумму. Понимаете? То есть, чем дороже, чем быстрее они растут, и тем быстрее вы получаете. Поэтому с любого уровня, как вот, например, тут партнер у вас начинает расти и вырастает выше уровня, вы первый раз получаете, когда он делится там $320, потом получаете с него, когда он делает 640, перераспределяет там, допустим, я пример привожу, вот, потом вы еще получаете, когда он там делится там 1280, например, и так дальше долларов. То есть, вы периодически постоянно получаете с каждого уровня или 25%, или 50%. Понимаете? Вот вся суть здесь. Потому что здесь заложены огромные деньги, быстрые деньги на финансирование ваших проектов. Поэтому подведем итог, друзья. Всего дотации мы где-то отдаем $20,320. $20,320 как бы мы отдаем. Но за это время нам поступает намного больше денег. Вы можете посчитать. 20 тысяч, 10, 10, 5, 2 тысячи, 2 тысячи, 1 тысячу. И дальше нам уже поступает, там идет сумма 40 тысяч. Нам поступает потом еще раз 40 тысяч. Там с копейками еще раз 40 тысяч. Потом уже там больше, больше и больше. То есть уже вам поступает больше, больше, больше. И деньги, которые вы 100%, еще раз подчеркиваю, уже финансируете полностью свою мечту. Мало того, доходя до 5 уровня, вы уже имеете право открыть еще себе новый, так скажем, аккаунт и профинансировать уже другую вашу мечту. Может, у вас как бы планы расширились, они стали более глобальны, и вы уже можете профинансировать себе еще какую-то свою мечту или там мечту вашего друга, вашей жены и так дальше. Вот, и уже параллельно финансируя свою изначальную мечту. Вот, еще тут вопросы 100% будут. А если там одна нога у меня вот сильно пошла, а вторая слабенькая, друзья, ничего страшного абсолютно, это вам не бинары, не тринары, не классика и так дальше, абсолютно нет никакой разницы, и это ничего не влияет, естественно, просто система будет ставить людей на свободные места, где у вас там меньше людей, или вы сами будете себе перераспределять так, чтобы оно, естественно, более-менее шло параллельно, потому что это просто вам выгоднее, это быстрее профинансирует вашу мечту. Но если у вас пошла одна ветка, это даже будет классно, это супер, значит, у вас уже побыстрее профинансируется ваша мечта, и это абсолютно не играет роли. Вас никто в этом ущемлять, там обрезать, как в бинарах, или там лишать денег, естественно, такого не будет, потому что тут практически в этой системе все 100% идут на финансирование вашей мечты. Меня спросят: хорошо, а что тогда сама вот эта вот площадка, как бы за счет чего она финансируется, друзья? А она как бы, как вам сказать, чтобы понятно было, она сама участвует в этой распределении, она как бы зародыш, ядро, с которого начинаются вот эти вот все веточки начинают расти, понимаете, и она, естественно, реализует самую главную мечту, самую благородную, это, конечно, дать возможность огромному количеству людей профинансировать свои проекты. И еще раз хочу подчеркнуть, что те самые интересные, самые важные проекты, самые такие благородные, будут еще специально из тех денег, которые будет получать эта площадка, будут рекламироваться на других ресурсах, чтобы побыстрее
ваш проект собрал как можно и профинансировался, и собрал как можно больше денег. Еще важный момент, про который надо обязательно сказать, что вот таким путем все больше и больше увеличивается финансирование вашего проекта, и так вы можете дойти до миллиона долларов. Все, на этом стоп, друзья, потому что закон больше не разрешает. Вот, без выпуска акций до миллиона долларов вы имеете право абсолютно легально собирать на свой проект и финансировать его. Свыше миллиона долларов вы уже обязаны будете выпускать акции, и на те деньги, которые будут инвесторы вам вкладывать, вы будете обязаны им обязательно давать процент от прибыли со своего проекта, если это стартап или какой-то там финансовый проект и так дальше, друзья. Вот, поэтому закон ограничивает до миллиона долларов. Ну, я уверен, что для стартапа любого вашего проекта миллиона долларов хватит вполне. Вот, дай бог, чтобы вы его собрали. Но до 100 тысяч, я вам так говорю откровенно, здесь абсолютно реально собрать до 100 тысяч долларов быстро, в течение нескольких месяцев, на свой проект, профинансировать его и запустить свой стартап в действие. Чего и вам желаю, так же, как это и делаем мы, например, вот с командой организовываем первый онлайн-маркетинговый университет, где мы будем обучать финансовой грамотности, ведению бизнеса через интернет, вот, и обучить как можно больше молодежи и вообще людей, вот, что за интернетом будущее, и все финансы, все продажи, весь бизнес приходит в интернет, и мы хотим помочь людям, чтобы и они научились бизнесу в интернете. Спасибо.